сон мне снится. Вот тяна, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне эта сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но а простоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну, а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусила траву плотная. Так почему же я лежу, дурака валяю? Но почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью, да знаю, знаю, вкусная. Ну, нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине смертные крадутся. А всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь? А сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.